Коронаскептики снова вышли на демонстрацию в Берлине. Это уже вторая акция за неделю. За многотысячным протестом сейчас наблюдает наш СОПКОР Шолпан Найманбаева. Она с нами на прямой связи со студией. Шолпан, добрый вечер. Чего хотят демонстранты? Добрый вечер, студия. Мы находимся на площади Александерплац. Демонстранты сейчас маршем идут по центральным улицам. И площадь Александерплац – это конечная точка сбора. Всего заявлено около 5000 участников. Мы видим, что демонстранты понемногу наблюдают. Около 600 полицейских будут наблюдать за безопасностью. Действительно, вижу, что полицейских очень-очень много. Что касается лозунгов. Демонстранты выступают против карантинных мер. Это самый главный их лозунг. Коронаскептики считают вирус неопасным, поэтому считают, что масочный режим нужно отменить, как и локдаун. И также их возмущает новый закон, который был принят на этой неделе в Бундестаге, закон об эпидемиологической защите. По факту получается, что когда приняли этот закон, то масочный режим и локдаун, он теперь закреплен законом. Если человек его нарушает, он нарушает не предписание, он нарушает закон. Коронаскептики считают, что это нарушает их права и свободы. По этой причине они снова вышли на демонстрацию. Шолпан, я так понимаю, что ни о какой соблюдении дистанции речи идти не может и ни о каких масках. Так ли это? Все верно. Большинство демонстрантов не соблюдают правила. Они без масок и не соблюдают дистанцию. Вот сейчас мы можем наблюдать, что все-таки идут задержания. И людей, которые не соблюдают дистанцию, задерживают. Вот смотрите, полицейские приблизились к толпе и начинают задерживать тех, кто не соблюдает дистанцию. Также я хочу добавить, что это уже вторая акция за эту неделю. В прошлый раз митинг тоже был мирным, однако он перерос в стычки с полицией. Более того, более 300 человек были задержаны и около 100 полицейских получили ранения. Будем следить за развитием событий и смотреть за ситуацией и держать вас в курсе событий. Ну что ж, спасибо, Шолпан. Из столицы ФРГ на прямой связи со студией была моя коллега Шолпан Найманбаева.